Мы продолжаем рассказ о героях войны. Наша съемочная группа побывала в гостях у Петра Николаевича Теплова. Ветерана Великой Отечественной войны Петра Николаевича Теплова в Чебоксарах знают многие. Мы привыкли видеть его с орденами и медалями, а родные в удобном кресле с лупой и книгой в руках. Дедуль, у тебя новая открытка? Откуда? Открытки из разных мест. А вот это новое откуда? Это президент Российской Федерации Путин прислал. Сегодня получил только. А это открытка на 95-летний юбилей от правнуков. Их у Петра Николаевича 13. Каждый год он встречается с их одноклассниками, отвечая на десятки вопросов про сражения, ранения, а еще про письма, которые бойцы писали домой. Некоторые жаловались домой. Я думаю, матери я напишу, жалуюсь, что она мне даст. Они только переживать будут, там плакать будут. Я говорю, жив-здоров, того и вам желаю. И все. В 41-м выпускник школы хотел стать летчиком, но попал на ускоренные курсы военное училище связи. Так и прошел всю войну связистом. Зимой очень трудно было, конечно. Вот по снегу ползком, немец все стреляет, пули летят, снаряды рвутся, бомбы рвутся, пули свистят. И вот в этой ползком, по снегу. И вот так давали связь. Дед, а вы же один раз были в засаде, там расскажи, там что-то рассоединилось, ты говорил. Ты еще полз там, рассказывал. Много было случаев таких, вот кабель не хватает. Оттуда тянешь. Бомба взорвала, или снаряд. Несколько кусков, собираешь их, и не хватает кабель. Вот тянешь, оттуда, и зубами держал вот концы кабеля. Тяжело было, конечно, Все воспоминания Петр Николаевич собрал в книге. Как от голода по вечерам не видели глаза, как друг случайно подстрелил голубя с письмом для Гитлера. И, конечно, о Дне Победы. Он встретил его в Латвии. Оттуда передовой возвращаются солдаты. Что такое, я говорю? Даже не раненые возвращаются. Они говорят, война кончилась ведь? Как эта война кончилась? А мы не знаем. Вот так всю жизнь с улыбкой на лице. Секрет бодрости, банька и ежедневная прогулка в роще. Петр Николаевич всем готов помочь и никогда ни на что не жалуется. Дед, он у тебя, наверное, 10 кг весит. Ну, много. Вот когда День Победы, целый день ходишь, в них устаешь страшно. 9 мая три ордена Красной Звезды снова будут красоваться на груди ветерана. И он снова не откажет никому фотографии. Хоть и тяжело. Дедуль, а как правильно честь отдавать? Ножки в рожь немного. Угу. Ага. Вот так. Служу России! Молодец! Мария Шоклева, Бахтияр Велиев, Республика.